там испугаться не успеваешь, там просто что ты делаешь, а уже дальше начинаешь. А когда осознаешь, у него там тогда очкуешь слегка. Да, я вводил просто буквы, вводил улицу, на которую надо попасть, и в этот момент смотрю, и уже пиздец. Но в итоге все обошлось. Народ дико офигел. У меня еще за мной следующая машина ехала, там ехали мои танцоры, вот, которые вообще видели все вообще, что произошло. Они мне как раз еще добавили красок в историю. Потому что я-то, ну, в эти секунды там просто особенно не успеваешь ничего заметить. Они видели как раз машину, которая мы с ней разминулись просто вообще, ну, непонятно как. Я пролетаю, и она прям дальше, она ехала дальше вперед, и был ее светофор более того. То есть, ну, то есть там настолько это все было в секунды. Если бы она в бочину мне зарядила, то меня бы вынесло. Ну, ну там вообще непонятно, что было бы с той машиной, что с моей, то есть вообще могло бы все закончиться очень плохо.